Все мы знаем, что встреча с эффектной яркой медузой в воде не сулит нам ничего хорошего. Обжигающая невыносимая боль от яда пронизывает все тело, а ожоги надолго оставляют на коже уродливые шрамы. Но в природе есть существа, которые сами ищут этой, казалось бы, фатальной встречи. Для чего они идут на такой риск? Голожаберные моллюски покрыты толстым слоем слизи и совершенно невосприимчивы к яду. Провоцируя медузу на атаку, они дожидаются выстрелов ее ядовитых стрекательных клеток и поедают их. Попавшие в тело моллюска стрекательные клетки перевариваются не полностью. Нетронутыми остаются основные их элементы – стрекательные нити, которые с кровотоком перемещаются в жаберные выросты по всему телу. В результате получается заряженный и готовый к защите морской слизень. При малейшей угрозе моллюск выстреливает в тело своего врага ядовитой нитью, как стрелу из лука, и остается победителем.